Порадовал людей народной песней, которая звучит особенно ярко в весенний воскресный вечер, ансамбль «Распевы». Знакомый, любимый, да что уж там родной. Он традиционно держит марку, исполняя разнообразные, преимущественно исконно русские песни в довольно интересной современной обработке. На концерте с душевным названием «Пой, звени, моя Россия» были сольные выступления. Несомненно, концерт ансамбля «Распевы» стал прекрасной возможностью провести вечер под аккомпанемент народной музыки. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.